В научно-медицинском центре «Доктор Сочи» применяют передовой метод лечения артроза, разработанный Институтом медико-биологических исследований и технологий. Это биоимплантация суставов с помощью уникального комплексного препарата «Сферогель», аналогов которому в России нет. По сути дела, однократно, одномоментно в полость сустава вводится биосовместимый коллаген, содержащий матрикс «Сферогель». Одной инъекции хватает, чтобы регенерировать суставы, на срок от 1 года до 5 лет. Сферогель практически мгновенно избавляет пациента от боли и восстанавливает работоспособность коленных суставов. Процедура проводится амбулаторно. То есть человек к нам пришел обследованный, мы сделали ему однократную инъекцию, и он может идти уже домой на своих ногах. Клиника регенеративной ортопедии «Биомеджи». Остановка «Старая Мацеста». Переулок Лечебный, 4/7. Телефон для справок 237 12 12.